Здорово, ребята! Рад видеть вас у себя на канале. И, наконец-то, началось долгожданное событие. Опять фестиваль талантов с новой пешкой. Это древо, которое мы уже неоднократно тестили на тестовом сервере. Снимал я про него видео, тестили, все это перетестили. И пришли к выводу, что это действительно одна из самых лучших пешек за последнее время, потому что по механике она подходит буквально всем. Сегодня я с вами покручу его, посмотрим, что, как, что нужно. Расскажу, что делать тем, кто хочет сделать его на максимум. Как лучше открывать, что лучше делать, и посмотрим, вот я потрачу $400, у меня есть книга, что на эти деньги смогу сделать я. Сейчас я пойду на официальный сайт Market My Games, то есть это официальный сайт Рушаяля, где вы можете пополнить свой счет, потому что сейчас идет акция, при пополнении через этот сайт вам в зависимости от потраченной суммы будет начисляться кэшбэк. Поэтому я погнал, закину, а для вас, если вы не знаете, что это такое, сейчас все подробно расскажу. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Совсем недавно разработчики поменяли интерфейс своего официального сайта с покупками, где вы при покупке получаете бонус к 10%. Я расскажу, как это делать правильно. Смотрите, есть сайт marketmygames.ru games125. В принципе, домен вы этот видите сами, поэтому по этой ссылочке мы переходим, после чего у нас есть весь спектр того, что можно купить в этой игре. От платины до ядер, кристаллов, в принципе, пропуска. Если вы чего-то не видите, что вам надо, просто покупайте платину, и в игре у вас будет выбор купить это за платину. Поехали. Допустим, я хочу купить себе 200 платины. Допустим, я мужчина, я собрался, я нажимаю «Бам». Дальше «Купить». Пока что все просто. Далее. Поддержите автора. Все максимально просто. Если вы хотите поддержать, если вам нравится мое творчество, вы вводите мое кодовое слово «Але». Так, это не так. Вот так. Три буквы «Але». Дальше нажимаете «Активировать». Здесь показывает, что вы будете поддерживать меня, продолжить. Здесь вы можете подписать свой никнейм и написать любое сообщение, которое хотите, чтобы я увидел. Опять же, я буду на стриме, я это все дело увижу. И такой вот интерактивчик между подписчиками. Представлять на рассмотрение, и здесь у вас будет показано справа, что вы поддерживаете именно меня. После чего выбираете метод оплаты, я там, допустим, вот у меня iOS, вот этот вот мой ID, продолжить, и дальше способ оплаты. Банковская карта, идем дальше, она прогружается, вот моя банковская карта, ввожу все данные, после чего у нас происходит оплата, в принципе, и я вижу ваше сообщение, которое вы хотели мне написать у себя на стриме. Все максимально просто, пользуйтесь, потому что в игре этого бонуса нету, а здесь за те же самые деньги вы можете получить этот бонус. Всем заранее огромное спасибо, и увидимся уже в видео. Ну что, поехали, смотрите. В этот раз акций у нас, конечно же, здесь больше. У нас есть пропуск за 900 рублей. Закинул я себе, получается, 4400 платины. Я надеюсь, этого хватит. Есть вот такие вот интересные предложки. Две предложки по 1000 платин у нас есть, которые дадут нам 6 древней. То есть в сумме за 2000 платин мы получим 12 древней, 4 скоробея, 120 тысяч золота и монеты. Зачем нужны скоробеи? В рулетке у нас получается... При наличии скоробеев нам дают по 3 древних. Соответственно, это еще 6 древних. И при покупке вот этих двух паков, а если вы хотите 15-го, то эти два пака просто покупаются обязательно. Я посмотрел, как крутили соклановцы, и действительно, чтобы как можно больше сэкономить денег, нужно купить эти два пака, и мы их тоже с вами купим. Получим 6 плюс 6 12, и еще плюс 6 18 вот этих вот древесных человеков. Это уже 2000 платины у нас улетает. По вот этим пакам я пока не понял. Вроде бы за 1000 платины мы получаем еще 8, но что-то как будто бы не очень много. И здесь опять же вот за 500 платины, сколько оно? Да, за 500 платины мы получим еще 4. Вот этот пак однозначно мы будем покупать, вот эти два пока не уверен. За пропуск мы также будем получать древний. За 2000 монет оставили одного древний, я не знаю почему так. Потому что, опять же, одна пешка была раньше. Сейчас пешек надо много. Нахрена оставили одну? Ведь можно было сделать те же две или три, при учете того, что с пропуска мы заберем реально одну. И здесь две, это три пешки. По рулетке тоже провернем ее. И по коллекциям карточек все то же самое. За сбор коллекции мы получаем... очки, получается, нашего пропуска. И за счет чего закрываем его, получаем... вот этих вот самых ребят. Поехали, начинаем мы с вами с вот этих вот двух предложек. Покупаем их по 1000 платины. И сразу лутаем вот этих древесных человеков. Так, скоробейчики наши. Делимся, да, наверное, делимся сразу. И покупаем второй пак также за косарь. 12 древний есть. Идем дальше. Сразу нам, я пока больше ничего, наверное, докупать не буду. Так, лутаем карточка.
Остается у нас 2400 платины, после чего мы идем и покупаем на эти бабосики кристаллы. Беру раз, беру два. Есть. 14 тысяч гемов есть. Залетаем и начинаем закупаться желудями. Раз желуди, два желуди, три желуди. Сливаем все желуди под ноль. Пока так. Теперь у нас есть больше 10 вращений, теперь можно сделать сразу 100 вращений. Поэтому мы нажимаем соточку и смотрим, что оно у нас здесь прокручивает. Пока ничего нормального нету, ни гаранты не падают. Я очень внимательно за этим слежу. Падают, как обычно, ненужные пешки, какая-то эссенция, куча золота. 35-36 наград уже собрано, и я не вижу ни одного древня. Это что? О, это древень, X3. Найс. Это он выпал не гарантом или гарантом? Нет, это... Стоп. Ну это не гарант, ребят. Да, то есть гарант у нас на соточке, значит, это был не гарант. По идее, на соточке нам должны дать еще древесных чуваков. Пыль, пыль, это понятно. И вот приближаемся к соточке. Падают еще. Еще X3. Итого 6. И по идее на сотом прокруте должны дать гарант. Нет, так это не работает. Так, по ядрам, в принципе, здесь плевать. Мне нужны темные. И вот такой вот лут мы забираем. 6 древний и еще 7 каких-то прокрутов. Гарант, я так понимаю, на 50 дается. Соответственно, у нас еще 2 скоробея. У нас еще 2 скоробея. А откуда? Ладно, я не понимаю, поэтому давайте еще 100. Еще 100 желуди мы тратим. И очень сильную веру я испытываю в том, что оно что-то даст. Потому что я не выживу без 15-го древня. Я очень сильно его ждал, потому что эта пешка позволит играть комфортно. У меня для него есть все, а для него много чего не надо. Это мерш-колода. Идеальная. Так, поехали. Бам, X3. X3 древесные чуваки. Только я не понимаю, как падает гарант. Вот, посмотрите, 50-й прокрут и нету. 50-й прокрут и ни хрена нету. Так, это сундук. Это сундук с ядрами или сундук с чем? С легой? Ну давай, еще хотя бы немного. Еще один X3. Есть. Это еще один X3, правильно? Да. Это еще один X3. И по количеству повторок, на самом деле, я уже запутался. 95. Да еще, да еще, да еще. Нет, не дает. А, это эпические герои. Найс, кстати, огнезубик. Мне нужен огнезубик, поэтому я его забираю. Еще огнезуб. 20 огнезубов. Вот это подарок, кстати. Вот это действительно неплохо. Так, у нас остается еще, на самом деле, неплохо по ресурсам. Поэтому давайте перейдем к этой пешке. И у нас есть 23 фрагмента. Сразу прокачаем ее. Так. 11 уровень у нас есть. Остается еще 3 уровня, потому что на 15 я буду прокачивать книгой. Я приберег себе книгу. Поэтому мне надо еще 3 уровня древа где-то достать. На те ресурсы, которые у нас остаются. И потом я с 14 на 15 волью книжечку. Так, все, скоробеев у нас не осталось. То есть все, что дальше X3, оно нам падать не будет. Да, по идее, дальше оно будет падать по одному. И звучит страшно, потому что фрагментов дальше нужно много. А скоробеев взять больше негде. Так. Один. Реально один. Реально один. А где посмотреть ветку наград? Здесь можно выбить скоробея в самой рулетке. Потому что без них очень тяжело. По одной повторке, вот за такие прокруты, это очень грустно. Я не знаю, сколько придется бухать. $400. Всегда этого хватало, ребят. Всегда хватало на такие пешки, на событийные, $400. Чтобы сделать 15. Ну, с учетом книги, потому что в каждую событийную я вливал книгу. Нужно понять, где еще брать скоробеев, потому что не может быть так, чтобы чисто вот эти 2 скоробея, они были в предложках. Так, что, 2 древа. 2 древа отсюда мы забрали.
список наград есть нахрен здесь или нет? Возможные награды. Так, здесь, кстати, скоробея нету. Если у вас есть червячок, то... Ну, я не знаю, тут не написано, где их брать. Тут не написано, где их брать. Пропуски? Пропуски чё? Так, тут какая-то говной. Пропуски, может, скоробейчик хотя бы один. Если бы добавили пропуск скоробея, было бы круто. Но здесь только желуди. Здесь только желуди. И ничего, кроме желудей, нету. Да, скоробей я здесь не вижу. Поэтому надо немножко покупать карточки. Давайте закупим карточки, чтобы собрать коллекции. И закрыть, соответственно, пропуск. Так, коллекция собрана. Каждое событие я вот закрываю коллекции вот этими карточками. Поэтому сейчас это тоже не будет исключением. Так, сольем где-то до 3500, после чего я перейду в коллекции. И посмотрим, сколько мы насобирали и насколько нам это хватит. Так, поехали в коллекции, обмениваем все. Таверна у нас, кстати, почти уже закрыта. И это страшно. Так, здесь еще три таких. И легендарных, я надеюсь, хотя тоже штуки три. Да, три легендарных есть. Братва, спешу вам сообщить, что я запускаю ежемесячный розыгрыш, который будет происходить абсолютно каждый месяц с 20 числа по 20, то есть сейчас у нас месяц июль. С 20 июля по 20 августа стартует первый розыгрыш. Для участия в розыгрыше стоит совершить любую покупку на сайте Market My Games с использованием его кода слова «Але». То есть вы совершаете любую покупку, выводите код мой, пишите в комментариях свой ID и платформу, на которой играете, iOS, Android, либо какой-то там Huawei или что-то еще есть, и вы уже принимаете участие в данном розыгрыше. Чем больше покупок сделано, тем больше шанс на победу. Розыгрыш несет в себе смысл какого-то кэшбэка, то есть вы тратите свои деньги на донат, и я вам от этого кэшбэкаю какую-то часть. Кто выиграет, конечно же, будет приятно. Результаты розыгрыша будут подводиться каждый месяц 21 числа на стриме. То есть, чтобы вы понимали, что все честно. Прямо на стриме я буду с таблички показывать вам всех участников. Через рандомайзер все это будет побеждаться. На этом все, ребята. Участвуйте и всем удачи. Лутаем. Переходим сразу же смотреть, насколько нам этого хватило. А нам этого хватило... до максимума. Все. Закрываем, собираем. Еще дополнительные желуди и эссенция. После чего переходим сюда. Покупаем одно древо, потому что кроме древа здесь нам ничего не надо. И вот этих два мы забираем через пропуск. Собрать. Фрагмент... оружие, наверное, я, может, посох буду делать. Здесь нам ничего не надо. И здесь, опять же, я беру огнезуба. Ядра фракции тьма. Очень жирно, кстати, насыпает. Очень много наград. Так, да, два древа. Эссенция, ядра. Задания какие-то есть. Заданий на желуди, я так понимаю, точно не будет. Точнее, не на желуди, а на скоробеев. Так, так. Желуди мы насобирали. Еще коллекцию обмениваю на всякий случай. Ну, что-то я начинаю ловить тильт, потому что я не планировал додепывать еще, ребят. Я очень сильно надеялся, что мне хватит этого. Так, посмотрим еще раз, что по пешке. 8 из 10, но 12 я сделаю, окей. Поехали докручивать желуди, ребят. Здесь мы все собрали, поэтому остается только вот эти вот раскруты. Блин, анлак, конечно, что скоробеи покупаются только за 1000 платины. И нигде их больше не возьмешь. Блин, как будто смотрю на эту рулетку. О, это неплохо. За 28 прокрутов 2 древня. 2 древня за 28 прокрутов. Как будто может еще третий сейчас упасть. И если 3-4 падает с соточки, то это будет хорошо. Ну, не расстраивай, пожалуйста. Есть третий и четвертого. И четвертого. И четвертого, и это самый лучший прокрут мой.
Ну, есть 12, 10, пожалуйста, 8. 8, 6. Ага. Ага. Ну. Ну, на последний. Это было близко. Ну ладно, 3. 3 тоже хорошо. 3 хорошо, 12 у нас есть. Надо докупить желудей, однозначно. Докупаем на все наши кристаллы. И поехали. Еще 2 по 100 будет точно. 2 по 100 будет точно. И опять же, нужно 3. Нужно минимум 3. Но это самая дорогая пешка, скорее всего. Скорее всего, это самая дорогая пешка, по ощущениям. Особенно, если делать ее неправильно, если не покупать вот эти паки. Если реально делать на 15-ю, то эти 2 пака это просто must-have. Потому что оттуда падает основное количество. За 2000 платины больше, чем за эти 2 пака, вы не получите просто ниоткуда. Просто посмотрите на то, как оно может падать. Поэтому с 2 этих паков вы лутаете реально максимум, с учетом того, что еще дают скарабеев. Ну давай, 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 3-го. Не, чувствую, не даст, ребят. Ну, есть же вайбик. У кого-то. Так. Проверочная. Проверочная. Блин, еще 2 уровня. Мне нужно взять еще где-то 2 уровня. Чтобы потом добить книгой. Это 9 плюс 14, это 23 фрагмента. 23 фрагмента, а у меня осталось 370 платины со всего, что я закинул. То есть... 1000 платины это 8. Гарант. Гарантированных. 1500 это 12. И еще 9. И еще 9... Так, ладно, может повезет. Поехали. У нас еще есть 165 желудей. Так, я проскипну. Так, второй. 2. 2. Да, еще 2. Теперь по 10 будем вращать. Тут 1. Тут 0. Тут опять 0. Ой-ой-ой, плохо. Ой-ой, плохо идет. Это, я так понимаю, гарант наш. И 5 желудей остается. Если еще с такого выбить, будет идеально. Все. Все, ребят. Это все. Что у меня было. Остается 370 платины. Я их пока тратить не буду. Мы с вами купим, получается, вот этот вот пропуск, чтобы залутать наградки из таверны героев, потому что мы ее закрыли, очевидно, полностью. Отсюда мы лутаем вот все, это у меня уже 20-е, мне это все не нужно. Так, кольчуг, рыцарский доспех, куртка охотника на лес, куча фрагментов, молотки, 20 жетонов, пыль. И, в принципе, найс. Насколько таверна? Таверна намного. Не хватило $400, даже с книгой. Ну, вот смотрите, объективно $400 я потратил, я сделал почти 13-ю пешку. Это повезло. Я думаю, 150. Я думаю, где-то 150, даже больше. Еще нужно, чтобы это все дело дозакрыть. Поэтому на данный момент я оставляю это так. Пишите комментарии, что думаете по поводу этой прокачки. Я реально не понимаю, почему скарабеи были только в этом паке. Я, может, чего-то не знаю, но их больше нету нигде. Я переискал все. Скарабеев больше нет. Можно получить в магазине события. Переходишь в магазин события, все. Получил и все, и больше скарабеев нету. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Пишите, что думаете. Не забывайте, что у меня проходит розыгрыш. При каждой покупке по моему коду автора всегда можно поучаствовать в розыгрыше и получить возможность выиграть 220 платины. 5 победителей будет по 220 платины. Также не забывайте, что идет кэшбэк на сайте у разработчиков. Если вы тратите
денежку, покупаете на официальном сайте, авторизовавшись, то за каждую трату там вам тоже придет кэшбэк. Я, ребята, пока буду сидеть с этим 12-м древом, буду думать, как, где, что, докачивать его. Скорее всего, докачивать будем на стриме, поэтому жду вас, заскакивайте. Я погнал, всем огромное спасибо и удачи. Put my heart in your hands, 'cause it came back round.